Выезд из города Соль-Илецка. Выходной день. Железнодорожный переезд. Очень много машин. Сзади и впереди. Четыре градуса, жары. Ветерок есть, легче дышать. Интересно, сколько время? 14:52. Ну, 2-3 минуты мы уже стоим, да? Посмотрим, сколько простоим. До ночи. Сзади очередь и впереди очередь. Чуть-чуть трогаемся. Чуть-чуть. Детский город. Автомойка самообслуживания, оказывается. У мужчины очень ловко получается. Молодец. Быстро. Да. Ни конца, ни края очереди наши.
очень. Мороженое. Всю жизнь мечтал стоять в пробке и кушать вкусное мороженое. Спасибо. Представляешь, красно-белым взяла. $47 с копейками по нашей карте. 10% скидка. Я думала, сначала желтый ценник. Она говорит, нет, не желтый. Я говорю, давайте тогда. Карточку нашла. И получилось 10% скидка. Поэтому взяла 4 штуки. Как раз нам в пробке стоять, не скучать. Сзади уже сколько? Я вижу даже там КамАЗы. Здесь, по нашей стороне. Казахстана КамАЗы пошли. Вот поэтому и стоим, наверное. Оттуда, отсюда. Автомойка, самообслуживание, заправка впереди, самообслуживание, видишь, скоро будет везде самообслуживание. Есть же уже магазины самообслуживания, кассиров вообще нет. И грузчиков нет, и директора нет. В скором будущем. И все будет. А где тогда живым людям-то работать? А зачем работать? Чтобы зарабатывать. Только богатые будут жить. А бедные существуют. Молодой человек помыл и
Уехал. Наверное, ладно. Я выключу, потому что что, стоим. Сколько простоим-то? Непонятно. Как нам везет, да? Сюда ехали. Ну, наглые тоже вклиниваются впереди. А все уже не так. Еще же их поддерживают. Пускают. Там обычно всегда полиция стоит. На перекрестке. Чего же? Третью или четвертую едем? Третью. Сюда приезжали 20 минут, только поезд ждали. Скорее всего, сейчас тоже так же. Какой-нибудь грузовой состав. Сейчас поедем. Да. Медленно, скорее всего. Сильно не газуй тут. Блин, машины уехали. Ну вот медленно, но едем. Ну, слава богу. Там камера, а то я держу. Видишь, и так можно ехать по встречке. Как ты думаешь? Хорошо едет? Проехал? Нормально? Спасибо нашим зрителям. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что комментарии пишете. Нам очень приятно. Кто-то ругает, кто-то материт, кто-то хвалит. Нам интересно ваше мнение. Пенсионерам нечего делать, вот и читаем, интересуемся.
точно бибикает. Поезд проехал, получается. Как сюда ехали, более 20 минут простояли. Так же и сейчас. И сюда ехали то, что рано утром прохладно было. Сейчас днем то, ой-ой-ой, 34 все еще показывает. Да, 34. У нас полбака бензина, меньше полбака. Так, у нас того хватит, наверное. Заправимся. В Оренбурге? Ну ладно, Оренбурге, так Оренбурге. Ну то старая заправка. А, там же Оренбурге, да, Башнефть есть. Ура, четвертое мороженое. Спасибо. Дедушка объясняет что-то. Но он, наверное, это объехать объясняет. Спасибо. Попробуем. Вот, дедушка, вот, езжайте, там будет место проехать. Давайте посмотрим. Поверните налево. Гаишников нету. Сколько мы простояли бы. Через 400 метров поверните налево. Сейчас посмотрим. Поверните налево. Короткими путями. Отсюда сверху поезд проехал, да? Железнодорожный проезд. Да, здесь ого-го. Стоят очередь, видите, люди. Спасибо этой этому дедушке все-таки. Он нас спас. Не мы только, вот 4-5 машин мы
проехали. Слава богу. Ой, ужас, ужас. Мы бы стояли до вечера. Спасибо большое. Есть добрые люди. Хотя нас пенсионеров не любят молодежь. Видите, кому? Дай бог ему здоровья. Спасибо нашим зрителям, что вы смотрите. Спасибо, что вы поддерживаете. Хорошего вам дня. Нам счастливой дороги. Мы с Улилецка выехали. Отличной дороги нам.